варить команду. А дай сюда нитку. О, они целых 5 метров раз. Друзья, всем салам алейкум. Сегодня у нас 27 августа. Через пару дней мы уже уезжаем в Баку. У нас в саду вот растет рязяна. Вот такой кустик большой. По-русски это, по-моему, анис, если я не ошибаюсь. Хочу его собрать. Семена уже, смотрите, готовы к сборке. Вот такие вот семена у нее. Можно семена собрать, можно вот так вот прям вот веточку аккуратненько вот так собирать. В общем, соберу. Она очень полезна для пищеварительной системы. Вот, можно добавлять в обед, перемолоть через кофемолку. Можно, например, просто заваривать в чай, пить с чаем. У кого вздутие, у кого какие-то проблемы с пищеварительной системой, очень хорошо помогает. Также для соления использовать.